Ночная Казань, Петропавловский собор. В подсветке очень красив. Ночной Кремль подсвечивается. Гостиный двор. Национальный музей Республики Татарстан. Ночной Казанский Кремль. Народу никого, тепло, красота, даже странно как-то. Время, правда, 12 ночи, но... Удивительно то, что хочется снимать, фотографировать вот это все. Очень красиво. Мечеть в ночи просто сказочная. Не поленитесь, приезжайте. Очень красиво. Нет слов, ребят. Сказочный, это момент из того, когда хочется фотографировать, снимать постоянно. Мне вот кажется, там вот интересно, это больше там вон, какая-то лестница. Ну это же не для всех. Ну не для всех, но там башни сююмбики. Сююмбики. Вот она одна сохранилась со времен ханства. Казанского ханства. Президентский дворец. Кремль. Никого, тишина. Ночной город.
Купола отсюда только видны. Вот. Православный собор, мечеть, все рядом. Да, Санька, красота. Собор с обратной стороны. Кремль открыт всю ночь. Мы гуляем. Народу никого, да? Еще раз повторяю. Срочно все приезжайте сюда. Срочно. Все. Серьезно. 125 воды сделал так-то. Очень красиво.